Друзья, здравствуйте! Сегодня поговорим о том, какие у нас были игры. Мне перечислили игры, которые сейчас, ну, вот в каждом дворе могут быть, да, и шашки, и шахматы, и карты, и так далее. Но здесь надо разбираться, потому что такая путаница. Вот нам и лапту говорят, что это наше, все-все-все. Давайте общую концепцию я расскажу. Для того, чтобы с этим моментом было полегче. Потому что мы думаем, что мы знаем, но мы на самом деле не знаем. Вот смотрите, что у нас сейчас происходит в организме. У нас дихотомия. У нас каждый орган находится либо в дефицитах, либо, например, там, в каких-то изъянах, либо в проблемах, дискомфортах. А что происходит, когда есть определенное количество микроэлементов, витаминов. Каждый орган просит, и по мере того, как мы производим жизнедеятельность, организм решает либо на сердце послать питание, ну, потому что у нас не идеальное, например, питание, либо на почки. Если на все сразу, то по чуть-чуть получается. То есть мы как бы находимся в дефицитах постоянно, понимаете? И вот это все накапливается. И органы, и ткани, вот откуда онкология берется, да, они начинают друг с другом воевать. И у нас вот эта война, она внутри появилась не просто так. Она появилась на уровне того, что у нас происходит в обществе. А у нас что сейчас? Каждый сам себе. Каждый там условно крутой. И нужно идти по головам, достигаторством заниматься. То есть я там пойду, побежу, всех накрою, всех там, значит, за пояс заткну. У меня там все самое лучшее, а вы хоть горите синим пламенем. И вот эта конкуренция, вот это потребительское отношение друг к другу, к природе, к мирозданию, она, вот это все перешло на ткани. Мы болеем, потому что у нас такая энергосистема. Мы так все сделали, чтобы обмешули друг друга, там лишний раз урвать, лишний раз наказать, лишний раз там пренебречь друг другом. Так это не работает. Работает, когда все гармонично, когда все ладно и согласно. Так вот, для того, чтобы это все было гармонично, нужно гармонию на уровне игр прививать ребенку. Потому что если мы человеческие даем настройки с детства, человек вырастает человеком. Понимаете, ребенок, он уже выходит в этот мир, он будет достигать, у него будут успехи, у него будут классные там способности, возможности. Но он это всего будет достигать, не идя по головам, потому что у него оптимизм, он улыбчивый, он классный, он способный, у него всегда все получается, всегда все двери открываются, и все восхитительно, все великолепно, все потрясающе, понимаете? То есть, ну как бы под его, вернее так, перед его жизнелюбием открываются все двери. То есть он всегда может договориться на благой ноте, он всегда может оперировать своим умом так, что это будет изящно, красиво, невероятно. Так вот, это все на играх делается, на тех условиях, которые есть в семье. Если в семье все уважительно, значит, и будет у него жизнь на уровне уважения. Это не значит, что он терпила. Это значит, что он сильный, умный, красивый, начитанный, образованный, спортивный и так далее. То есть все качества. Но только они не в борьбу, а на благом. То есть он на благом делает свои успехи. Понимаете? Ну хорошо. Значит, у нас игры. Так вот, как все это сформировать? Видите, как я вот зашла откуда? Чтобы вот тут вот в голове не вот так было, а понимание, как воспитывать детей. Те игры, которые есть сейчас, они учат конкуренции. Вы посмотрите на шашки, посмотрите на те же шахматы, посмотрите баскетбол, волейбол и же с ними. Это все конкуренция. Есть либо индивидуальная конкуренция, то есть я, ты, либо коллективная. Но это так или иначе конкуренция. Это значит, что когда я попаду в среду, я должна буду кого-то обыграть, обмешулить. И эти навыки, они воспитываются с детства. Вот почему навязали такую форму игры. В моей жизни была интересная встреча. Прошу прощения. Когда начинаешь что-то такое сакральное говорить, сразу горло пережимают. Немножко водички, чтобы отпустило. Так вот, я сначала не поняла, на что я смотрю. Ну, потому что, во-первых, я умею играть в шахматы, я умею играть в шашки,
Я во многие игры умею играть. Да, я не профессионал, может быть, мирового уровня, но как ходить, там общее понимание ходов я знаю. То есть стратегия, тактика игры для меня это не секрет. И вот я смотрю на игру в шахматы, обычные шахматы. И для меня это потрясающе. Я не понимаю, что происходит. То есть я как бы суть игры наблюдаю, но я не понимаю, что происходит. То есть вообще ходы, которые, ну как бы, не, они ни на чем не, ну то есть, не в стратегии, не в тактике современных шахмат. Так вот, когда уже партия была закончена, я сидела вот такими огромными глазами смотрела, я не понимала, это как будто вот нарды, но только наоборот, шахматы наоборот. Я спрашиваю, а что это было? И мне начинают объяснять, что стратегия любой земной игры, вот смотрите, я не говорю русской, я не говорю какой-то, а земной, потому что мы все земляне. Стратегия любой земной игры заключается в том, чтобы друг другу угодить, сделать так, чтобы человек выиграл. То есть подстроить все так, это не поддавки, это именно взаимовыгодное. Вот знаете как? Есть игры, когда на сотрудничество, вот, например, есть какие-то тяжелые ситуации, например, да, и скалолазание, и друг друга, один забрасывает, второго вытаскивает, и вот они по очереди друг другу помогают. Или, например, бывают шутливые игры, когда нужно, вот, взявшись за руки, вместе сесть. Если один тянет на себя, значит, вся конструкция развалится. Если второй на себя, ну, значит, с той стороны западать начнет. И вот на этом же принципе настоящие игры построены. И те же самые шахматы. Я была настолько потрясена, но люди передо мной не расшаркивались, они по делам собирались. Но это были люди, которые знают суть настоящих игр. И любую игру, которая есть у нас, она должна быть перестроена. Сейчас говорю такие вещи, которые, может быть, в голове не укладываются. Я понимаю. Но она должна построена быть на сотрудничестве, чтобы в тех условиях, которые создаются, например, есть там бродилки, да, разные, там ходилки, чтобы мы ходили так, чтобы угождать друг другу. Тем более шашки-шахматы. Вот у нас есть поддавки, но они все равно на, как бы на выиграть. То есть я вот первый сбагрю все свои шашечки, да, в поддавках и стану крутой или крутой, да, допустим. Нет. Мы должны продумать стратегию, тактику своей игры так, что когда мы ходим, чтобы и самой не выбыть, да, и человеку сделать так, чтобы ему не пришлось там у нашей фигуры убирать, да, с поля. То есть, представляете, как это глубоко. А у нас сейчас на соперничество все. Так вот, соперничество – это не лучшая система для того, чтобы все реализовалось. Теперь посмотрим на видеоигры. Все они построены на том, чтобы там, например, каких-нибудь зверушек, каких-нибудь там кого-нибудь страшилищ, каких-нибудь расстреливать. Если даже команда, то все устроено на кровопролитие, кого-то победить. А если это еще и индивидуальная борьба, то есть, например, есть два противника и начинают друг друга мочить, да? Или танчики те же самые, танки, да? Вот это сейчас мужчины вообще на меня, скорее всего, обрушатся. Ну, что делать, судьба у меня такая. Будем думать, что все будет хорошо. Вы уж не серчайте. Ну, так пришлось, так приходится сказать. Так вот, когда мы смотрим на изящество, да, вот этих игр, где друг друга мочат, то мы понимаем, что, во-первых, это нанесение энергоударов. Ну, то есть, если вы сидите тысячи километров друг от друга, через там интернет как-нибудь системы играете, это еще ничего не значит. Это значит, что вы наносите друг другу энергоудары. А потом удивляетесь, почему сердечный приступ вдруг ночью, а человеку 30 лет. Это раз. А во-вторых, вот эта агрессия, которую мы модулируем в этих системах, она нас далеко вперед не поведет. Она нам покажет худшие реакции, она нам покажет, на что мы годимся, окончательно нас уничтожит, и все это закончится очень плохо. Поэтому я рекомендую всем, у кого есть возможность модулировать наши старые игры, как единение душ, как командность, да, как соратничество,
сделайте это, пожалуйста. Потому что восстановление правильных шашек, правильных шахмат, правильных там и других остальных игр – это основа. Почему? Потому что ребенок всегда начинает с игры, жизнедеятельность свою. Он научился играть во все эти вещи, правильные, да, и у него меняется мировоззрение. И вот здесь он нормальный, адекватный человек, без вот этих деформаций, что ты или хуже, или лучше. Ну, про оценочную систему мы еще как-нибудь поговорим, потому что есть отметочная система, есть оценочная система. И все это не просто так. Все это условно не для того, чтобы мы там ребенка либо хвалили, либо ругали, а для того, чтобы воспитывать новые качества в ребенке, новые ощущения этой жизни. Если мы восстановим поколение, хотя бы наших детей, и они хлебнут вот этого истинного знания, и без деформации соперничества выйдут в этот мир, я уверена, системе нечего здесь будет делать. Мы построим действительно такое общество, в котором мы будем без изъянов, потому что нам не нужно соперничать. Мы все индивидуальны, уникальны, сакральны и необыкновенно красивы душой. Ну вот так. Я вас благодарю. Пусть у вас все ладится и получается. Ну, мне каждый раз спрашивают, да, а где же это? Вот я что-то рассказала, но не сказала, где это посмотреть, да? Я всегда стараюсь поддержку, эмоции. Вот, например, курс по метеорге. Вот у меня прекрасный коллектив там создался. Я рассказываю информацию, и все друг с другом идут в единение. И вот они соратники, действительно. Это как пример. Вот у меня курс по практической метеорге идет сейчас. И как раз вот там вы можете поучаствовать, посмотреть, а как люди будут взаимодействовать друг с другом, а как это будет, когда ты все друг друга обсуждают и помогают, чтобы успех стал общим. Потому что если ваш успех, и за вас порадуются все, значит, и эти все станут обладателями вашего же успеха. Вот так было у нас. Так вот, смысл этих игр не для того, чтобы просто научиться быть соратниками, а для того, чтобы успех другого человека, и ты за него радуешься, потому что ты его соратник, стал твоим успехом. Его новая способность стала твоей новой способностью. Его новые опции какие-то крутые стали твоими опциями. Ну вот так, это пример. Потому что научиться сопричаствовать открытиям, способностям, возможностям других людей – можно где угодно, новые игры восстановить, сделать, там, переделать старые. Но вот у меня на курсе метеорги люди именно соратники. Вот так мне повезло, я думаю, может повезло, может как-то само так, не знаю как. Я вас благодарю, пусть все ладится и получается. Доброго вам здравия, лада и согласия, всего доброго.